Я даю вам конкретное задание на второй этап марафона. Первый этап марафона – когнитивная карта мира вы прошли, и этой когнитивной картой мира вы со мной поделились. А сейчас второй этап марафона, в какое время бы вы его ни проходили, может быть, через год вы столкнулись с этим роликом, вы найдите когнитивную карту мира в поисковике, там у меня много рекомендаций, никуда они не убежали. Но вот на этом втором этапе вы первое, что делаете, вы создаете девизы, кредо своей жизни. Вот именно в данный момент, когда вы проходите этот марафон, для вас есть какие-то важные вот эти как бы рыцарские девизы, которые вы готовы на своих плащах, щитах написать. А сейчас я вижу, многие пишут эти девизы в виде тату на руке, на спине. Это интересно. И я это не осуждаю. Наоборот, считаю, что человек, если правильно выбрал свой девиз, который его мобилизует, который направляет его к жизни, который помогает в трудные минуты, не задумываясь, принимать решения. Я себе говорю, делай как знаешь, и пусть будет как будет, это сейчас. А в 16 лет я себе говорю, бороться, искать, найти и не сдаваться. И много-много разных у меня было девизов за свою жизнь. Если бы я делал тату, я бы весь был исписан этими девизами. Но девиз, он работает. Это значит, вы первое, что делаете во втором этапе, это создаете девизы. Делитесь со мной, я вам подскажу, может быть, проверю этот девиз. Второе, что вы делаете на втором этапе, это создаете корзинку приятных ассоциаций. Вспоминайте что-то приятное из вашей жизни, которое через гипоталамус заставляет организм вот до мурашек, да вот как лимон, вспоминаете, сопли, слюни появляются, вкус появляется того успеха, который вас когда-то преследовал в этой жизни. Тех приятностей, которые вы испытывали в своей жизни, тех удач, того поощрения, которое вы получали, а может быть, того, что вы вытворили в этой жизни и получили удовлетворение. Ах, у меня получилось! Вспомните эти ассоциации вот и во временном, и в вкусовом, и картинке, и вот все, чтобы это было прям вот на языке и до мурашек. Но что еще я вам советую? Напишите легенду своей жизни. Легенда – это не вранье. Легенда о тех богатырях, легенда даже у великого Александра была, хотя он столько натворил, что его украшать-то и не стоило. Не, ну он где-то и украшал свои победы. Так вот, давайте-ка напишем легенду своей жизни, где немножко приукрасим, немножечко сделаем себя удачливым героем. А вот где вы попали в говно, где вас чморили, давайте об этом не будем даже вспоминать. Потому что, вспоминая, вы вновь это будоражите и вновь одеваете эту роль. Мы будем с вами еще учить роли, потому что мы пишем пьесу собственной жизни. А для этого мы и готовимся. У нас есть когнитивная карта, лоция нашей жизни. У нас сейчас есть девизы, кредо по жизни. У нас есть корзинка приятных ассоциаций, которые нам помогают, будоражат нас. Они нам пригодятся, эти ассоциации. Потом узнаете. И у нас есть легенда собственной жизни, где мы все-таки герои-партизаны, герои-победители, а не чмо. Вот я сейчас вам вспомню, как наши либерасты чморили нашу историю. А моя история моей страны тысячелетняя.
не каких-то сраных 200 лет. У меня история одного большого театра больше, чем история этого заморского идола Граля на холме Соединенных Штатов, перед которыми либерасты падают в говно. Моя история и кровавая, и темная, но она с успехами, с победами. Так что вот ваша личная история, ваша личная легенда должна быть удачливой, должна быть с победами. Мало побед. Хоть парочку. А потом мы напишем пьесу. Ну, это следующий этап. Значит, друзья мои, давайте работать. Работать в этом марафоне «Познай себя, познаешь мир». А в конце концов напишем свою судьбу. Это дорогого стоит. Своя жизнь. Я от своей жизни не отказываюсь. Я в 9 лет понял вот это и начал писать. Ошибался. Но опыт моих ошибок предотвратит ваши ошибки. Так лучше учиться на чужих ошибках. Кто своим лбом грабли останавливал? А вы их будете перешагивать. Я вам подскажу, где не наступать на грабли, а где перепрыгнуть, а где пройти по тонкому, по такому брусочку, а где войти в гору, а где гору обойти. Давайте, друзья мои, подписывайтесь на канал. Это вам нужно. Это без всяких эзотерических заморочек. Это ваша жизнь. А когда она в ваших руках, вдвойне приятно, что вы живы. Подписывайтесь, обращайтесь, приезжайте ко мне в Сочи. Нам есть о чем поговорить.